Почему Нижнекамки не возвращают деньги за бракованный диван и где с интересом можно провести сегодняшний вечер? Об этом и не только. Прямо сейчас это новости на телеканале НТР. В студии Вадим Струминский. Здравствуйте. Сегодня горожане могут посетить «Ночь в музее». Так называется интересная акция, которую проводит городской музей. Нижнекамцев ждет насыщенная программа. Гуляния начнутся с 3 дня на площади перед зданием. Ярмарка рукоделия, развлекательные мероприятия, фотосессии и праздничный концерт. С 19.00 и до 11 вечера пройдет ночная прогулка по музею. Также всех пришедших ждет огненное шоу. Вход бесплатный. Новый оказался хуже старого. Нижнекамка приобрела в одном из мебельных магазинов диван, но когда его привезли, выяснилось, что он бракованный. Товар забрали обратно, а вот деньги не вернули. Тогда женщина подала в суд и выиграла его. Правда, ситуация не изменилась. Вот уже 7 месяцев она борется с магазином за право вернуть свои деньги. Специалисты Роспотребнадзора посоветовали покупательнице обратиться в полицию. Архитектурное богатство Красного Ключа может пополниться новой достопримечательностью. Речь о Карстовой пещере, которая находится в нескольких метрах от строящегося музея Асхана Фатхуддинова. По преданиям, еще в 17 веке в этой пещере обитал болгарский имам Даухид Асмигиджан, который прожил 102 года. Также о ней упоминается в записках великого поэта Александра Радищева. Конечно, чтобы сделать пещеру доступной для туристов, нужно оформить документацию о ее безопасности. Сейчас активисты пытаются расчистить вход в нее и ведут тесные переговоры с управлением архитектуры города. В спорткомплексе «Батыр» прошли соревнования под названием «Эй-Егетлер». Проводятся они среди спортсменов-любителей уже 7-й год подряд. Туда входит несколько дисциплин, в том числе и вольная борьба. Если изначально турнир носил исключительно внутригородской характер, то в последние годы принял республиканский. А в этом году в Нижнекамск приехала команда из Башкирии. О погоде. День сегодня обещает быть ясным, температура будет плюс 19. Руководитель какой нижнекамской школы стал лучшим директором Татарстана? Об этом не только. Смотрите в следующих выпусках. Я напоминаю, связаться с нами можно по номеру 400770 или пишите нам на наш сайт ntr-24.ru. До встречи.